Всем привет! Вы на канале Хобби Отдых, рубрика «Фотография фотостоки». Ну вот и подошло время подвести итоги второй половины августа. Второй десятки дней половины августа. С 10 по 20 августа 2021 года. Как у вас там дела? Отпишитесь. Нормально? Вроде как пошло все в гору. Значит, для новеньких, кто еще не работает с фотобанками, внизу ссылочки есть в описании, реферальные ссылки, можете зайти, зарегистрироваться и начать бомбить деньги. Не до такой степени, но зарабатывать потихоньку. Значит, за эти 10 дней я загрузил 199 фотографий и 15 видео. Я сделаю следующим сейчас образом. Буду озвучивать расценочки, которые были куплены. Буду озвучивать цены каждого стока и запускать фотографии, которые там были проданы, по несколько штучек. Вначале посмотрите, что было загружено. Ну так, немного я, штук 20-25 запущу их. Вот они. Начнем по порядку. Всего у меня 11 стоков. Работаем по 8 стокам. Значит, Alamy Canstock Photos 0. Ничего не куплено. Ну, это как всегда, в принципе. Особенно Canstock. Значит, пришли данные по iStock. iStock порадовал. Обычно я на вывод собираю за 2 месяца. То есть у меня в районе от 40 до 70 ежемесячно выходит на iStock. Вот. То есть за 2 месяца набираю сумму 100 и более долларов, и вывод происходит. Сегодня пришел отчет. По iStock, значит, продано у меня было 80 фотографий и 6 видео. Thank you.
на сумму $107.96. Ну, в общем, $108. Отчет пришел мне в 3 часа дня, а в 6 часов уже деньги упали на PayPal мне. За 3 часа они все обработали. Тоже скорость у них была очень большая по выплате денег, потому что обычно они на следующий день, через 2 дня я получаю, а здесь буквально через 3 часа. Далее. Значит, 8 место. Депозит. Продал 2 фотографии. Сумма 0,5 доллара, то есть полдоллара, 50 центов. Вот они и фотографии, которые он продал, 2 штучки. На 7 месте расположился Big Stock. Продал 4 фотографии, сумма $1. Вот посмотрите, что было куплено. Несколько фотографий. Не несколько, но в принципе все 4. Это 7 место. На 6 месте 123RF. Продал 5 фотографий, сумма $0.08. Вот эти фотографии были проданы. Дальше у нас идет 5 место, занимает Moss Photos. Продал он 6 фотографий на сумму $2.31. Вот несколько из фотографий, которые были куплены. Это 5 место. На 4 месте DreamStime. DreamStime продал 3 фотографии, сумма $3.01. Круто. Вот такие фотографии продал, купил. Вот такие фотографии продал DreamStime. На 3 месте Adobe. Adobe продал 11 фотографий, сумма $6.32. Вот несколько фотографий из продажи. Значит, по бесплатной коллекции, которая у меня было 74 фотографии, кажется, как я сейчас помню, он принял только 7 фотографий. Ну, в принципе, нормально. Я как-то поначалу я вообще не хотел туда ничего отмечать, ну, а потом отметил те, которые были по одной продаже, такие самые незрачные. Вот. Да, кстати, если кто знает, как посмотреть, что он выбрал, отпишитесь, пожалуйста, а то что-то я не могу никак сообразить, найти, где, как, что
они отбирают, какие фотографии они отбирают в коллекцию. Теперь, значит, у нас второе место. Второе место опять занимает Shutterstock. Продал он 31 фотографию, сумма $12.11. Вот пару десятков фотографий, посмотрите, что он продал. Ну и на первом месте это Pond5. Pond5 продал два видео на сумму $20. Вот эти видео. Значит, было заработано за эти 10 дней $46.33. Не густо. Ну, с тем, что iStock помог, $108, это уже нормально. Сумма там сложится в конце месяца, когда подведу итоги. Вот, в принципе, весь мой короткий отчет. Отпишитесь, как там у вас идут дела с продажами. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, жмите колокольчик, чтобы получать дальнейшие видео, все видео, которые я выпускаю. Значит, в выходные я сделаю обзор на объектив Canon RF 70-200, я его получил, с диафрагмой 4. Вот, это будет воскресенье. Расскажу, как я его приобрел, как мне его доставили из Америки, ну и все, покажу. Если у меня получится завтра в субботу, то я сделаю выезд в город и сниму мимо проходил. На этот объектив. Вот тоже потом сделаю на этот ролик. Если, конечно, получится, не будет дождя у нас. А то у нас ливни идут уже 4 дня. Один город затоплен полностью под ноль. Первые этажи все ушли под воду. Машин практически не видно, они все под водой находятся. Вот, людям не повезло, это там в середине Швеции находится этот город. Да, ребята, если кому что будет интересно, как я обрабатываю фотографии, если кто хочет посмотреть, допустим, как делается стекинг фотографий, можете
написать мне, я попробую все это сделать. В общем, если у кого есть какие вопросы, ну это касается, конечно, начинающих фотографов, если у кого есть какие вопросы, отпишитесь, скажите, что вам интересно, о чем услышать, что вообще вас интересует в фотостоках, фотобанках. Попробую вам все это разъяснить, ответить. Вот, ну а так все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Все, увидимся теперь с вами 1 сентября с отчетом за месяц и за подведением остатка 10 дней. С 21 по, сколько у нас, 30 дней в августе или 31 день. Вначале за 10 дней, а потом я подведу итог за полностью весь август месяц. Все, ребята, спасибо всем, пока.